Привет, как дела? Да, русская. Очень приятно. Родом из Казахстана, из города Караганды. Если кто не смотрел «Мадагаскар», там есть такая фраза во второй части, когда лемуры, король Джулиан и его помощник приехали на фламинго, и такие говорят: «Нью-Йорк, какие трущобы, ты уверен, что мы не в Нью-Джерси?» Вот, почему-то мне эта фраза вспомнилась, я решила так записать трансляцию, вернее, назвать трансляцию. Где-где? В Каркаде, да. Я так иногда шучу. Где родилась? Где-где? В Каркаде. Блин. Что именно где лучше? Жить? Жить вообще нигде не лучше. Если ты не богат, то у тебя нет денег и перспектив. Когда есть деньги, силы и власть, жить легко везде и лучше. Все разом прям согласились. Плохо, когда болеешь. И тебе привет. Как дела? Кто ты? Откуда? Рассказывай. Делись. Да, я немножечко болею. Еще никак выздороветь не могу. Очень приятно. Зачем такие длинные названия? Может, кто Мадагаскар смотрел, тот поймет. Нет, я не простыла, у меня был грипп, и сейчас я как бы получается. Остатки болезни у меня. Уже месяца два болею. Я в Америке живу уже 5 лет. Ну, почти 5 лет, там плюс-минус. На вопрос, чем занимаюсь в Пиндосе, даже отвечать не буду. Это просто некультурно. Господи, я не пойму, это B или 8? Наверное, это B. Я из Казахстана, из Караганды. Да, я тут пытаюсь ввести промокод от Кока-Колы, чтобы получить бонусные баллы. Но я не могу понять, тут либо это B, либо это 8. Ладно, пробую B. Да, без проблем, заезжай. Нет, это не в подарок. У нас получается здесь в Америке очень много
даются промокоды, в которые ты можешь вводить, получать определенные баллы, и на эти баллы что-то покупать, выигрывать, и причем это все реально. Эти мне не нравятся. Все-таки это, по-моему, 8. Адрес сказать. Где я живу? 3855 Blair Mill Road, apartment 219G. Зип-код сказать? Привет, как дела? Все-таки, по-моему, это восьмерка. Нет, все равно не дает, что это 8. Значит, B. Кепость, это будет B. R, L, A, X, F, X, 7. Да не говорить. 9, B, 5X. А толку, что все равно никто не приедет. Под окнами меня тут встречать никто не будет. Тем более, я не до конца сказала свой адрес. Чтобы полностью сказать адрес, надо еще сказать zip-код, то есть, как это по-русски называется. Как бы почтовый индекс, вот, и город, где ты расположен, и улицу. Как хочешь, на выбор. Я живу в Америке уже почти 5 лет. Может быть, это надо целиком. Времени ровно 2 часа дня. Ой, XP, 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 VP, NOL. Значит, это zero. Все равно нет. Жопа. Я абсолютно не скучаю. На данный момент я пытаюсь ввести промокоды. Но у меня что-то не получается. Серьезно? Ну, ты понимаешь, что я живу в Пенсильвании, да? Пенсильванский, знаешь? Улицы. Окей, тогда скажи мне, в каком дистрикте находится моя улица. Если ты трак-дилер, то ты должен знать. Блин, дилер. Драйвер. Драйвер. Да, я тут навсегда буду жить, растить детей. Я надеюсь. Да. Район, к какому району относится? Не сказать, что я совсем в Филадельфии живу, я живу в другом городе, просто рядом с Филадельфией. Не думаю, что меня это смутит. Все равно до этого не дойдет. Даже не надеюсь. А! Что? Эва! Ты чем там занимаешься? И объясни мне, почему мой голос у тебя... Что ты там уже сделала? Моя сестра угорает. Ты тоже смотришь перископ? Скорее всего, да. А, вижу. Ты используешь мамин?
Да, в квартире. Эвелин, иди сюда. Если нет, я подойду. Я пытаюсь ввести код вот эти, с которой с лимонада в Кока-Кола. Потише сделай, чтобы не передавалось. То звук сдается. У меня, короче, не получается. Пытаюсь бонусные баллы получить. У меня уже 16 бонусных баллов там есть. Да забей ты, научишь. Нифига. Хочу. Надо. А я слышу, его ржет. И свой голос. Эва, прекрати так. Я влюбился, пусть твоя сестра скажет, как с тобой подружиться. Он какой-то озабоченный. А тут много таких. Таких не банишь. А зачем? Мне уже знаешь, сколько уже забаненных. И американцев, и извращенцев. Я уже просто устала. Я уже просто мимо пропускаю. Совсем недоедливых я уже заблокирую. Настя, тут повторяется. Да, я знаю. Только там немножко идет запоздание. Да, почему? Я не знаю, почему это выбирает. Стоит квартиру снимать. Настя, смотря какой район. Если в Чернятнике, то будет жопа. Жопа! Каждый заходит и влюбляется. Ну еще бы. В маньяке запишет. Ну не в маньяке записали. Извращенцев. А в озабоченного это полегче. Вариант. Извращенцев. Но из них вырастает маньяки. Здравствуйте. Привет. Сколько вы платите, если не секрет? Сколько вы платите? Много платим. А мама у тебя строгая. Пусть по словам людей не судит. Мама, зверь. Надо совместно перескок сделать. Да 9 человек смотрят. Аж 9 человек, я популярна. Нет, смотрела больше, поуходили, я смотрю. Они испугались просто тебя. Да, я рядом, не бойтесь. Так ты меня нашла? Либо ты уже была подписана, либо это ты меня нашла по карте. Почему ты спрашиваешь, этот кашляешь? Ты что, кашляешь? Я не кашляю, а чихаю шмыгаю носом. Интересно, поехать туда интересует ценник. Ценник чего? Квартиры. Квартиры, типа, как, сколько квартиру снимаете, дорого ли здесь? Пусть студию снимает за 500 баксов в месяц. До полутора тысячи долларов. Не надеюсь. В месяц. Вперед. Да ладно, не пугай, парни. 500 можно студию снять. Не, ну на. Это если в Чернятнике рядом. Как в школе учительница столкала меня, вспомнилась. Когда люди с ошибками пишут, так странно. Тяжело читать и понять. Поздоровайтесь со мной, чего вы не игнорите. Привет, привет. Ребята, привет. Добрый день. Мы не знаем. А, он на кровати лежит. На вместе какой? На твоей кровати вместе с iPad. С кошкой, да. Да. Где лучше? Лучше везде, где есть деньги. Да.